мои ребятки. Я напоминаю, что проводится благотворительная акция «Месячный чернобыльским атомом к десятилетию чернобыльской трагедии, инициированной группой «Теракт». Следующая команда. Вот пока ребятки готовятся. Я хочу напомнить, что из Полтавской области около 30 тысяч людей пострадало от чернобыльского излучения. Из них ликвидаторов около 16 тысяч. И вот если средства, собранные с этого концерта, хоть немного помогут как-то, ну не изменить их положение, но хоть чуть-чуть сделать их легче, то можно считать, что ребята добились своей цели. Ну что, готовы? Ready, steady, go. Команда. Накомим. Так, прошу прощения. Сейчас выйдут на сцену члены клуба анонимных алкоголиков, сокращенно КА. Вау. Всем придурочным придуркам, проституткам, наркоманам и пьяницам. Вау!
ноги.